Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылка. Это посылка с распродажи GearBest, товары с раздела $1, по-моему. Там можно формировать было несколько товаров в одну корзину на один купон. И вот я купил несколько вещей из этой акции. То есть о всех акциях об этих рассказывалось на нашем телеграм-канале. Пощу эту всю информацию. Вот, купил себе интересную тарелку. Ну, в общем, давайте распакуем, посмотрим, что я тут себе купил. Такая вот большая она посылка, я ее аккуратно, лучше ножничками, чтобы ничего не повредить. Ого, здоровенная миска, конечно. Тут можно семок кучу положить. Вот, и это вот что-то прилипло. Давайте посмотрим. Итак, первое это у нас вот такая вот божья коровка, потертая, и видно вот косяки с краской, то есть она уже не первой свежести, я так понимаю. Наверное, ее доставали, вот так она просто открывается. Пластиковая обычная коровка, сделана, ну, очень так хлипко все. Вот присосочки, три штучки вставляются вот здесь сзади, причем чтобы лучше вставить было. Это вообще божья коровка для зубных щеток. Немножко ходят они, болтаются, и может выпасть. Нет, ну, с усилием, но выпадает присоски, поэтому хлипкая конструкция, и я даже не знаю, буду ли я ее применять. То есть божья коровка, мне это не понравилось. Ну, мы ее позже попробуем куда-нибудь прилепить. А, приклеилась к столу и крепко приклеилась. Вот, отодрал с этой штукой. Вот, здесь нужно будет пройти с клеем. И если я ее буду применять, я ее, наверное, все-таки попробую применить, прилеплю и посмотрим, как это будет выглядеть у нас уже. Так, сейчас надо ее отлепить как-нибудь. Хотят присосочки отлипать. Крепко получилось. Ладно, это мы разберем. И, возможно, я добавлю в видео, куда я прицеплю. А может и нет. Может быть, отдельным видео сделаю, когда будем смотреть присоски. Вторая коробка у нас. Вот такая вот штука. Ключ для открытия консервации. Так, это у нас... Сделано все неплохо, но вот здесь вот есть заусенцы. Сейчас. Как бы пластика. Попробую сфокусироваться. Вот. Вот такой вот пластик, кусочки, то есть, ну, руку царапает кусочек. В остальном везде вроде все хорошо по швам. Вот, то есть универсальная открывачка для бутылок, то есть здесь для разного диаметра бутылок, отдел открыл, далее открывачка для бутылок обычных, вот это я не знаю зачем, то есть универсальная, здесь оно все на коробке написано, что для чего, то есть, ага, вот это вот для банок вот таких, типа грибочки какие-то, вот открывачка есть, а, вот это вот крючочек для открывачка, берем, типа банка кока-колы, да, то есть вот такой вот штучка, это ее поддеваем, то есть не пальцем подковыриваем ногтем, а этот, а и здесь вот эта вот штука, я так понял, это через нее чеснок тереть или что-то такое, то есть берем через нее чесночок. В общем, прикольная вещь, мне она понравилась, сделана так и неплохо, поэтому вот так она складывается. Чуть позже попробую открыть какую-нибудь, может, консерву этой штучкой.
над чем-то. Вот, ну буду с удовольствием пользоваться. Ну и последняя вещь, это вот такая большая тареляка для семечек. Вот, она вот так отдельно выглядит и складывается, но она немного из-за того, что доставка помялась, я так понимаю, да? То есть форма не подходит. Вот, и она искривилась, вот эта вот искривилась, и поэтому форма не подходит. Ну, как бы мягенькая. А ну, давайте попробуем ее вставить, выровнять. Вот так. Вот. Получилось выровнять. Вот, ну и получается, эта тарелка, здесь можно какой-нибудь телефон поставить, вот так, здесь ложишь семечки, сюда ложишь шкарлупки, бросаешь, или там орешки, и сюда бросаешь с них шкарлупки. Вот, в принципе, вот, мне вот так все нравится, хорошая миска, отличная универсальная открывачка, ну и такой потерпевший немного, пострадавший божий коровенок, который мне абсолютно не понравился. Вот на этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!